Всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас с вами такое небольшое будет видео. Видео из мастерской по переделке танков. Ну, переделка, неправильно немножко сказано, переборка. Вот, буду, так сказать, перебирать, собирать из двух, из трех, четырех, пяти танков, делать там 1, 2, 3, вот, ну, то бишь, приводить их в рабочее состояние. В последнее время скопилось у меня определенное количество танков. Сначала брал из интереса разные танки. Вот. Потом приходил к мнению, что мне становится более-менее интересно, что менее интересно. Вот. И поэтому часть танков, там поездив, там или были куплены неисправные, или сам сломал. Вот, как говорится, пришли в негодность. Из-за этого надо немножечко их довести до ума и часть своей коллекции продать. И, как говорится, выбрать что-то другое, ну, так сказать, к чему я иду. Вот, сегодня у нас будет вот такой танцер на переборке. Что мы на нем будем перебирать? У него срезала шестеренку ведущую, вот, и... Я ее в свое время напечатал на принтере, поставил. Но так как у меня сейчас появились заводские запчасти, я решил этот редуктор снять, чтобы у людей не было потом никаких проблем с этим. Вот, и поставить обычный стоковый редуктор туда в исправном виде. Вот, далее посмотрим, что у нас здесь. Что надо подклеить, что подсобрать. Вот, и выставим. Вот, для начала. Ну ладно. Так что приступим. Донором будет КВшка. Вот. Почему вы скажете, я разбираю КВ? Да, потому что сюда будет устанавливаться еще одна запчасть от другого танка, от Тигра. Первым делом снимем запчасть, которую мы будем устанавливать на панцире. Так, друзья, к удивлению для меня, КВшка наша уже немножко переделана. У КВшки уже стоят металлические редуктора. Выхлоп на каждую трубу у нас идет. Вот. Интересно, я его не вскрывал еще и не видел. Сделано все очень даже классно. Модернизация КВшки пока откладывается. Поедем сначала, значит, так покатаем, а потом уже будем смотреть, сравнивать и что-то изменять. Очень плавный ход. Еще на улице я на нем не был, но обязательно надо съездить покатать. Прям очень приятный. И плюс
как говорится, потом посмотрим на то, как он едет на металлических гусеницах. Продолжаем дальше наши переделки. Есть у меня снежный леопард, новый. Но у него минимальная комплектация и не работает электроника. А есть немножко потрепанный жизнью. Вот. Но в полной боевой готовности. Вот. И решено было перебрать их. Вот. Значит, на этом я уже вот все собрал. Все уже перекинул. Все прикрутил. Здесь, значит, припаял лампочки. Все. Потому что отсюда они плохо вытаскиваются. Вот. И я их решил просто перепаять. Уже сюда подкинул ту неисправную электронику. Вот. Просто все не снимал. А сейчас занимаюсь установкой, сборкой башни и установкой ее уже на танк. Вот. Есть небольшие нюансы там вот, по инфракрасной бой, там какие-то дополнительный датчик. Вот, поэтому пришлось там перепаять немножечко плату. Та пушка без какого-то вот этого концевика. Не знаю, в чем дело. Моторчик как бы есть, но что-то еще тут дополнительное. Ствол не ходит, не знаю, что еще тут такое дополнительно у него. Ну да ладно, значит, сейчас собираем. Поменял полностью его наполнение. Все открутил с башни, всю электронику полностью поменял. И механизм, и подачу шариков, все-все-все. Полностью замена. И ствол с того поставил, потому что ствол тоже в хорошем состоянии, в идеальном. Вот. Так что собираю. Так, ну что, первый запуск. Сейчас, секундочку. Припаял диодики. Диодики мигают. И передние, и задние. Так, значит, включаем аппаратуру. Так, и заводим. Если все правильно, диодики должны загореться. Все, загорелись. Так, что у нас? Да, все. Теперь пулемет тоже стреляет. Во, отдача есть. А вот этот, это инфракрасный или нет? Подскажите. Что-то он мне не загорается. Так, тримирование гудит. Работает. Так. Во, башня крутится. Опускается. А, вот оно, что это. Так. Достанем заглушку. Ох, все. Значит, все работает. Так. Так. А, неправильно я поставил моторы. Ну, в принципе. Все, сейчас в плате перетыкаю моторы и собираю. Ну, я доволен. То, что все сразу подошло. Так, ну что? Одна боевая единица собрана. Все проверено, все затестено. Едет, стреляет. Каждый элемент на своем месте. Вот, собираем второй. Включаем аппаратуру. Стреляем. Ездим.
все. Ну что, поехали. Включаем аппаратуру. Включаем танк. Замигал. Запускаем. Все, начинает работать. Все, лампочки загорелись, значит, все готово. Далее. Башня влево, башня вправо. Вперед, назад. Лево, право. Далее стрельба. Все, стреляем. Ствол вверх-вниз ходит. Лево-право ходит. Так, что еще? А, дым-машина. Включаем дым-машину. Дым-машина заработала. Дым пошел. Ну все, выключаем. Все, комплект готов.